Знакомьтесь, встречайте, блуза топ вербена. Потрясающее предложение в 9 цветах. И цена только сегодня 999 рублей. 500 рублей скидка – это выгода, которую вы сможете потратить на себя. Экономьте вместе с нами, выбирайте расцветку. Сразу хочу сказать, у нас 9 цветов. Бирюзовый цвет – один из самых популярных, который выбирают сегодня наши женщины. Следующий цвет яркий – василек. Как же он привлекательно смотрится. Следующий цвет… Мой любимый цвет – сиреневый. Нотки сирени такой редкий и чистый. А какой яркий цвет малина. Какой он сочный и эффектный. Кстати, очень редкий. Модные цвета 2016 года. Все оттенки красного. Яркий, алый, красный. Классический, да, цвет? А еще есть бордо. Уже глубокий, полный. Ну и, конечно же, базовые расцветки. Без них не обходится ни одна коллекция наших российских дизайнеров. Сливочный оттенок. Блуза смотрится празднично и нарядно. Но это не все. Далее у нас есть серый цвет, тоже классический. Посмотрите, какой жемчужный. Жемчужный, серый. Благородный. И, конечно же, базовый цвет. Это черный. Если вы выбираете черный цвет, вы можете пофантазировать самым ярким низом. Это могут быть даже цветные брюки. А сейчас я бы хотела обратить внимание на то, какие образы мы вам составили. Сегодня мы с Еленой выбираем юбку Аманда. Лена выбирает классический черный цвет, бирюзовый оттенок, жакета-кокетка идеально вписывается под палитру нашей блузы топа вербена. Ну а Арина выбирает сегодня оттенок баклажан юбки Аманда и под эту юбку монохромность блуза топ вербена сиреневого цвета. Ой, заказывайте готовое решение. Светлана Воронцова с любовью подбирает для вас готовое решение. Экономьте 999 рублей. Топ вербена. Размерный ряд от 46-го до 62-го. Прекрасно. На самом деле многие женщины спрашивают, зачем мне топ? Я сразу хочу сказать, обрати внимание, Олечка, как идеально он вписывается в палитру яркую вместе с нашим жакетом. А еще хочу сразу добавить, многие женщины в возрасте приобретают такие вещи для того, чтобы носить их под жакетом и кардиганом, потому что майки им не пойдут. Что выбирают женщины в возрасте? Конечно же, блузы топы. Давай посмотрим сейчас, как она смотрится, как она красива, благодаря, конечно же, изысканному воротниковому украшению. Очень красиво смотрится, Свет. Но получается, что топ вербена — это не летнее предложение? Нет, конечно, нет. Это предложение на круглый год. И я хочу тебе сказать, что за счет ткани вискозного трикотажного полотна блуза будет уместно смотреться как с трикотажными кардиганами, так и связанными изделиями. Я сегодня точно так же выбрала для себя более элегантный образ вместе с блузой топом вербена синего цвета. Очень грамотное сочетание с оттенком горчицы, жакет-кокетка. На самом деле, когда эти цвета стоят рядом друг с другом, они усиливают яркость цвета. Поэтому я рекомендую вам настоятельно обратить внимание на мой готовый образ. И под топ-блузу вербена я подобрала юбку Аманда. Ой, мне так нравится. Кстати, ты сказала, что это выглядит как платье. Как платье. Я сначала решила, что это правда платье. Свет, но мне очень нравится, как топ сидит на тебе, как он украшает. Ну и, конечно, сочетание с горчичным цветом кардиган очень стильно. Обратите внимание, это стилист подобрала такой комплект. И закажите для себя, и сэкономьте. Свет, вот вопрос очень актуальный. Многие телезрители задаются им. А как нам не прогадать с размером? Фигуры у всех разные. Да, как пример, да, здесь я хочу сразу обратить внимание, так как это блуза, мы смотрим на верхнюю зону своей фигуры. Если, например, у женщины все аккуратно вверху, я рекомендую выбирать размер в размер. Если у женщины богатый верх, широкие плечики, я всегда говорю, выбираем такие блузы, блуза на размер больше, чтобы женщина чувствовала себя уверенно. Очень важно здесь учитывать еще и боковые зоны и ткань. Ткань по себе очень мягкая, но в то же время она эластичная. То есть она тянется? Конечно, я сейчас даже это продемонстрирую, Олечка, смотри. Вот. Вообще хочу тебе сказать, что эластичность ткани – это залог хорошего внешнего вида не только женщины, но и самой блузы. Это спецпредложение дня только сегодня, прямо сейчас. Есть еще в наличии 9 цветов. До прямого эфира, до нашего первого было продано 374 топа еще до начала первой презентации. Действуйте, это спецпредложение дня, оно закончится в 12 часов ночи. Заказывайте прямо сейчас и не упустите своего шанса. 500 рублей скидка и 9 цветов на выбор. Света, яркие краски, они насколько вообще стойкие, как стирать и вообще не утекут ли они у нас? Ты знаешь, я сказала о том, что в ткани есть эластан, который помогает ткани не только держать форму, но еще и яркость цвета. Эти ткани называются
с мясовыми, поэтому сразу хочу добавить, что вискоза, шелковистая текстура идеально сочетается с лайкрой. Что такое лайкра? Это синтетическое волокно, без которого сегодня современные ткани не мыслят свое существование. Итак, яркость цвета сохраняется после многочисленных стирок. Самое главное, правильно гладить эту блузу топ. Учитывая то, что присутствует лайкра и вискоза, блузу лучше гладить с изнаночной стороны, и температура при стирке 30 градусов. Забирайте базовую вещь, топ, блузу, вербена, всесезонную, которую вы будете носить не только летом в жару, но и зимой, и осенью, и весной, под жакет, под кардиган, вместе с юбками, с брюками. Это предложение для каждого из вас. Вообще, Света, это предложение в каждую корзиночку заказа. Для мамы, для дочки, для сестры. И вы можете собрать до бесплатной доставки 4900 любые товары в одну корзину, и мы оплатим доставку сами. Шоп-н-шоу делает только приятные подарки. Редактор